Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня бы я опять хотел бы поиграть в такую игру, как Doors. Ну, правильно говорится, Doors. Неважно. Сегодня я хотел еще раз бы поиграть, так как я увидел вашу активность под видео. 280 просмотров. Я удивлен. Сегодня я буду проходить без вещей. Ну, чтобы было честно. Ну так, если вы, конечно, играете первый раз. Давайте еще раз повторим, что нам нужно будет. Фонарик и отмычку. Сейчас я это, конечно, не буду покупать. Так, сейчас. Да, потому что, ну, это мне не нужно. Сегодня я хотел бы еще раз попробовать поиграть в Doors. Но пройти без вещей. Да, в прошлый раз мы, конечно, не прошли. Но ничего страшного. Как говорится, повторение, мать учения. Но для начала мне нужно кое-что сделать. Все. Продолжаем. Значит, что бы я хотел вам опять же посоветовать. Не собирайте деньги, если они вам не нужны. Самый полезный, что я мог сказать за это время, но ладно. Я благодарен вам, то, что вы посмотрели прошлое видео, настолько, ну, столько много просмотров было, целых, ну, 280, как я говорил ранее, что аж даже я чуть-чуть приофигел, так как у меня был прошлый аккаунт, там... Так, на глаза не смотрим. Если вы видите, опять же, фиолетовую вот эту ауру, то лучше смотреть вниз или же вбок. Ну, конечно, некоторые люди советуют, типа... Ну, не некоторые, а человек, по крайней мере, я видел, советовал смотреть просто вниз, но... Это тяжело. Типа каждый раз открывать двери и вот так вниз. Неудобно для меня. Для вас может быть удобно. Так вот, я прилично удивлен, что оказывается есть 280 человек, которые посмотрели мое видео. И я хотел сказать тот факт, что на моем прошлом канале такого не было. То есть максимум у меня там собрал 200... Ой, нет, не 200, а 108 просмотров вроде. Ну, для меня, для вас это покажется какой-то мелочью, а для меня это крупные числа, так как я ни разу не получал столько просмотров. Ну и вот, сейчас я хочу еще раз попробовать поиграть. Ну, не только из-за того, что мне, ну, типа, хайп, а из-за того, что... Да, из-за того, что, во-первых, сейчас пока что Doors актуальная игра, а во-вторых, я бы хотел, ну, на видео в один поиграть. Ну, и потом уже можно в комментариях мне там предлагать какие-нибудь разные челленджи. То есть, да, я бы хотел от вас челлендж какие-нибудь, допустим, пройти до 100 двери, пройти 1000 дверей. Ну, конечно, после прохождения. Ну, и прохождения Rooms. Да, мы еще туда не заходили. Нам еще рано затрагивать эту тему, Rooms. Но мы ее потом затронем. И да, в честь этого... Во-первых, я снимаю видео в честь того, что у меня день рождения сегодня. Да. Ну, стрим, конечно, не получился, но в пятницу я обещаю стрим. Ну, из-за того, что у меня сегодня день рождения, я хочу снять видео. Потому что, да. Некоторые зрители могли заметить то, что я в основном-то не снимал на прошлом канале ни видео особо много. То есть я снимал там изредка прям очень. Ну и потом меня забанили.
Ну, а сейчас нет такого, не будет, по крайней мере, такого. Я буду стараться снимать три видео в неделю. Ну, если не получится уж одно видео в неделю. Ну, как минимум, я буду стараться в пятницу точно делать стримы. Ну, не точно, если получится. Ну, с вами, естественно, играть. Странно, да? Типа, блин, как так-то? Ты не играл, а сейчас начал? Да. Так что, ну, если вы смотрите видео, значит, вам интересно. Значит, вы что-то узнаете. Соответственно, я бы хотел вам показать хоть что-то. И то, что я говорил, то, что 95% шанс, да, он реально бьет. Если вам это не говорил, то это правда. Тут и вправду 95% шанс. Отличие я вам не раз рассказывал, надо просто смотреть вокруг себя. Ну, если не говорил, то я еще раз скажу то, что чтобы защититься от скрича, нужно вверх-вниз, вправо-влево, вокруг себя, подножку сделать ему, и вы 100% выживете. Ну, по крайней мере, вы увидите. А потом уже по аналогии вы начнете его убивать своим взглядом, видимо. Еще я хотел бы сказать важное. Что я хотел-то? То, что, вот опять же, совет. Скрич в основном сзади или сверху, снизу. То есть не думайте, что оп, ну, то есть типа, ой, нет, он сверху, вниз. Некоторые, вот я смотрел у одного видеоблогера, человек просто делал вверх, вниз, сразу говорю, неверное решение. Так как, ну, вы быстрее, наверное, умрете. Потому что, типа, он думает, что там щупальца появились. Но это совсем не так. Там щупальцы, конечно, и могут появиться, но они очень-очень там заметны, еле заметны. Да, сейчас говорю бред, но все равно факт о том, что все-таки смотрите так и так. Назад, вперед. Это будет. И у меня, наверное, глаза. В принципе, мы сейчас, конечно, будем проходить намного быстрее. За счет того, что я наконец-то научился играть. Да. То есть у меня, вот смотрите, я вот ничего не делал, да, глаза. У меня полная зажигалка, одна витаминка и три отмычки, ой, две отмычки. И это я начинал без ничего. То есть это факт того, что у вас такой же шанс получить такие же вещи. То есть то, что я говорю в прошлом видео, то, что ну, у вас такие же вещи, я подтверждаю свое мнение, то, что вы реально можете получить такие вещи. Ну, конечно, это все рандомно. И вот прям, что вот вам это, вот вам то повезет. Вот вы это выбить, вот этого нет. То есть это все рандомно. Значит. Значит, так, мы продолжаем. Значит, что я хотел сказать. Сейчас не будет, конечно, секунд, но ничего страшного. Значит. Мы продолжим сейчас. Что бы я посоветовал вам насчет психа? На психа я вот посоветовал лично.
в начале игры тоже советовал витаминки, если вы не можете спать, ну, то есть если вы не знаете, как победить Сита. Конечно, могу вам опять рассказать, но не факт, что вы опять сможете. Ну, не сразу же, а люди там потихоньку, помаленьку учатся. Но тактика такова. Опять же, смотрим туда-сюда, то есть вы должны идти и одновременно смотреть туда-сюда. Если этого не будет, то вам не жить. Ну, если вы опять же не смогли, то берите витаминку и бегите. Ну и тоже вот так выиграть. Ну, там он сейчас прибежит и закроет дверь за собой. Вот молодец какой, да? Вот. Одна монетка. Вот. Сейчас мы спокойны, то есть сейчас нет такой вот у меня там какой-нибудь сложности. Игра на самом деле простая. Просто если ее, ну, если научиться в нее играть нормально, то у вас все получится. Я, конечно, не до конца умею все прям верно играть, но более-менее умею. Вот иногда могут быть ложные, да? И вот потом догадываюсь. Вот ложные это или нет. Так что да. На самом деле, вот игру тоже со спидранить это одно дело. То есть это легко, но надо же все-таки научиться. Но это тяжело. Я, конечно, сам не спидранил, но предварительно я уже понимаю, то, что это очень тяжело. И да, интересный факт. То, что вот эти вот золотые монетки в кнопбаксе переводятся как, ну, типа, ручки. Они переводятся... В смысле? Да не может быть скрип. Ой, вот это. Но после этого все умирают. Да. А, я хочу сказать то, что я уже забыл, что хотел сказать. Ну и ладно. В общем, фигуру тоже пройти легко. Нужно всего лишь при себе иметь таблетки. Ну или как называют в простонародье, витаминки. Фигура что-то неплохо стала. Согнулся. Умирает. Так, собираем в труднодоступных местах книги. Вот, допустим, в этих. Да, вот советую вам, опять же, вот сейчас только понял, что лучше лучше снаружи забрать вот эти вот книги, чем потом мучиться. Так что да. Тяжело. На самом деле, ну, фигура легкая. Просто иногда ошибаешься, начинаешь крутиться, заверчиваться и начинаешь путаться и умираешь в итоге. Так что да. Не туда. Ну так вот. Ой, я не уверен, что я все собрала. Вот в чем проблема. То есть, если был бы я уверен, то я сразу бы пошел. Я сейчас не уверен, так что нам еще, видимо, придется сейчас спускаться вниз. Так, тихо. Уходи. Все уже есть. Все последовательно. Треугольник. Вот, иногда можно просто забыть.
А, все. Вроде все книги собраны. Либо одной не хватает, либо все книги собраны. Значит, вводим код 0, 1, 6, 3, 3. И опять же советую вам сюда вставать, так как это очень безопасное место. Ну, здесь я тоже вам советую, но когда он пойдет здесь, вы уже поймете, что совет-то и плохой. Потому что некоторые думают, что это вообще самая выгодная, самая вообще позиция, офигенная, но на самом деле нет. Совет, да, также не советую там стоять, вы можете там забогаться и умереть. Вот сейчас мы покупаем крест. Отмычки, у нас зажигалка все равно полная, и ключ. Опять же, этот ключ можно использовать для рунс. Опять же, я его не буду использовать. Я его использую только для одного предназначения. Куда я использую крест? Либо я использую крест на фигуру, либо я использую крест на кого-нибудь еще. Сейчас. Ну так вот. Я продолжаю. Куда бы я использовал крест? Я бы, наверное, использовал крест либо на амбуш, либо на фигуру. Ну, если мы, конечно, дойдем до фигуры. Вот я думаю, вот поскольку я не буду использовать отмычки-то в нужную. Нужно вот эти вот. Значит, для нужды может просто открыть сразу же. Я просто открою. Я не буду мучить себя. Сейчас раш лечить. Я рискую. Рисковать не вредно. Ага. Вот опять. Блин, если я. Я сейчас просто потеряю все себе ключи. Что, амбуш? Не, я не думаю, что это амбуш. Вот нам еще ни разу не попадался глич. Если вам попадется глич, то сразу скажу. Если вам попадется глич, то не переживайте. Давайте так. Давайте, ну, типа, глич, я вам так скажу. Он тогда был опасным. Сейчас он безопасен. То есть он просто ремонтирует вам комнату. Ну да. Он может вам подмешать. Как один раз мне подмешал, я вот когда играл, у меня была 90-я дверь. Ну, уже 91-я, что-то такие двери. И он появился, мой друг. Сердечный. И убил меня. И да, амбуш, так скажу. Есть такой баг, видимо. Свет не появляется. Так что вы внимательно слушайте. Сейчас может быть амуш или браш. И того ни этого не люблю. Вот. Это неверно. Я понял. Да. Сейчас бы я умер от дюпа. Ну, не умер, а покалечил бы себя от дюпа. И да, интересный факт. В прошлых версиях, то есть дурс, обыкновенная версия, когда вы ели витаминки, сейчас расскажу. Когда вы ели витаминки, вы смогли себе восстановить ХП. Это было прикольно, сейчас этого нет. Зато теперь есть этот алый цветочек, который вам дает
восстановление бесплатного ХП. И еще есть такой минус под названием баг с монеткой. Здесь стоит цветок, и здесь есть монетки. Вы не можете подобрать монетки. Беда. 68-я. 65-я. Ох ты ж. Не, я, конечно, не боюсь его, Тимати, но, блин, все равно неприятно. Я не понимаю, это глаза, а это глаза. И еще, глаза, ну, то есть, как его зовут там? Амбуш не появляется, когда есть глаза, то есть, он так же, как и Раш. Скоро у нас будет сейчас второй побег от Раша, ой, от Раша, от Сика. Ну и второй побег тоже будет легкий. Блин. А, я думал, это тяжелая комната, но это легкая. Да, эта комната была из тизера в Дурс. Конечно, я показать не смогу, так как это Твиттер. У меня Твиттера нет, во-первых. Во-вторых, он запрещен. Сейчас у нас будет побег. Я возьму витаминки сразу же. Ну, если я промахнусь. А я не промахнусь, но все равно. И мы начнем побег от него. Бежим. Да, тут сразу нас встречают вот эти вот комнатки. Ну, витаминку я сразу не буду тогда использовать. Ну, чтобы не потратить их на ненужные дела. Вот сейчас он только дошел до первого дня, а это уже добежал. Ну вот видите, он еще далеко. Не, если бы я совершил одну ошибку, ну вообще, я вам так скажу, вы вроде бы. Можете совершить только одну ошибку. Я постою. Халт. Так, ребят. Некоторые не знают, как драться с халтом. Когда вы видите вот эту вот надпись, бегите назад. Когда вы еще раз увидите, бегите вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Опа, быстро он бежит, быстро. Назад. Вперед. А, вот тяжело с ним. Тяжелый. Неприятный. Тип. А. Ах ты ж. Я думал, он меня съест. Ну ладно. 83-я темная комната. Темная 83-я комната. Сейчас будет тяжело. Вот он внизу появился. Я помню, что за комната. Хорошо, что у меня были отмычки. Я тебя видел. Я его видел, сейчас слово. Так, сейчас просто обернусь. Да ну. Где шкаф, Плоск? Кто это? Что-то странно. Вот. Ничего странного нету. Это Раш просто какой-то тормозной. Стой, какая? 87. Говорю же 87, я ж помню. Вот.
Я постою, подожду. Может, это амбус? Вроде кто. Вот нам повезло, потому что у нас пока нет амбуша. Но если он будет, то это будет плохо. Что я хотел? Я уже забываю, вот я просто забываю речь все время. Вот сразу говорю, вот здесь вы можете даже не ходить, вот здесь просто бессмысленно. Я вспомнил свою речь. Темных комнат, еще раз повторюсь, запоминайте комнаты. Когда вы будете запоминать комнаты, вам будет намного легче ориентироваться, и вам не придется тратить зажигалку. Да, сама. Я же знала то, что он идет. Ну, блин, ну ладно. Но это уже продвижение. Давай так. Но он нас убил опять. Я убил Раш. Да. Это тяжело. Ладно, я опять заканчиваю. Мы опять продолжим в следующей серии. Это будет либо в пятницу, либо в четверг, если у меня получится. А так, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы досмотрели это видео до этого момента. Я вам, во-первых, благодарен, да и, во-вторых, вы меня, считай, морально поддержали. Да и тем более вы мне вы посмотрели, 280 просмотров. Наверное, сейчас больше, но не знаю. Но 280 просмотров – это для меня круто. Это пасхалка. Ее встретить тяжело. Ладно. Всем спасибо за просмотр, за то, что просмотрели до этого момента и вообще весь видеоролик. Если вам была полезна информация, то я рад, что вам помог. Если нет, то напишите в комментариях, что бы вы хотели добавить своего, чтобы я, допустим, видео вам сказал, то, что именно это вы. То есть я специально, наверное, сделаю окошечко и напишу, то есть будет ваш комментарий, или я просто произнесу. А так, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как обычно, по возможности, если хотите. А так, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.